Вітаю! Сьогодні невеликий випуск, присвячений він ситуації в Ізмаїлі. З 28 по 30 серпня там проходив ювілейний 20-й міжнародний турнір з боксу пам'яті Суворова. Перше цей турнір пройшов в Ізмаїлі в 1968 році, тобто йому вже 50 років. Здавалось, на яке відношення має програма «Резонанс» до турніру з боксу в славному місті Ізмаїл? Я був в цьому місті кілька років тому. Робив звідти репортаж. Критичні. Про місцеву владу, треба сказати, мені укнулося. Місцева влада не звикла, що її критикують. Практично всі СМІ в Ізмаїлі кишенькові. І почалися погрози, почалися телефонні дзвінки, листи, типу, ми вже виїхали, Вася, давай готуйся. Навіть в телекомпанію «Крук» приходили, нібито обурені громадяни, пишучи гнівом і матом, які переживають, в лапках, переживають за імідж влади в Ізмаїлі. У мене тоді виникла чітка впевненість, що з'їздив я не в Україну, а кудись в удільне князівство якогось царька, спокій якого я тим самим порушив. Але жителі Ізмаїла, справжні жителі, а не ось ці підослані, знов звернулися до мене. У нас тут триває безпреділ. Я, чесно кажучи, не дуже хотів щось робити про Ізмаїл. Як кажуть американці, є теми, яких я не торкнув цієї восьмиметровою палицею. Я знаю, що ізмаїльські чиновники моментально озвіліють, почнуть використовувати телефонне право, тобто дзвонити. Анатолій Ігорович, не можете вплинути на цього покидька журналіста? Бакаємо цього. Як-небудь, щоб він замовк. А я вам вже, ви знаєте, все, що попросити. І на мене починають тиснути. Але цей раз зовсім вже паскудна справа. Я, може бути, відмовився від репортажу. Але це стосується дітей. Давайте повернемося до боксу. В Ізмаїлі міжнародний турнір. Зараз б'ються ці дві дівчини. Вони зосереджені, цілеспрямовані і обидві гарні. Як у фільмі «Малишка на мільйон доларів». Я захопився за ними, дійсно цікаво спостерігати. Мимоволі думаєш, до цих дівчат не полізли б шкільні хулігани. Перемагає дружба нічия. А ось двоє здорованів. Перед ними блискучим прикладом і кар'єра Усика і Кличко. Ну що ж, давай. Турнір уже имеет под собой историю несколько десятков лет. Это он еще начался до 91 года, еще в той стране. В чем важность этого турнира? Календарь спортивных соревнований, он совпадает полностью с календарем учебного года. И вот наш измаильский турнир, вы видите, как у нас в Измаиле еще тепло, у нас лучше, чем, например, по погодным каким-то критериям у нас теплее. И, конечно, начинался вот тренировочный год, вот такой спортивный год для боксеров. Он исторически всегда начинался с Измаила, вот с данного турнира. Поэтому мы очень хотим, очень будем надеяться, что данный турнир будет и будет и будет продолжаться. В этом году мы объективно тоже немножко имели какие-то определенные трудности организационные. Мы где-то непонимание мы имели как бы с местной администрацией, но тут прежде всего во главу угла надо ставить детей, что у нас, конечно, намного больше планировалось участников. Мы очень хотим, чтобы международный этот турнир статус не потерял. Тут вот наш КУС приезжает всегда, если вы видите, Молдова, Кишинев, Приднестровье приезжает. А вот спортсмены раньше приезжали румынские. Здесь собиралось и собирается со всех регионов бывшего СНГ, все спортсмены приезжают сюда с удовольствием и
обмениваются своим опытом и достигают приличных результатов. Ті, хто постарше, пам'ятають такий собі мультфільм «А баба Яга проти». Його показали напередодні Олімпіади 80. Олімпійський мішка поспішав на Олімпіаду, а йому намагалися перешкодити всякі потвори. Але хто ж і чому намагається скасувати дитяче змагання? Що за баба Яга? Дізнавшись, що приїхала знімальна група з Одеси, з нами поспішили зустрітися місцеві активісти. Задалеко від боксу тема. Ми не змогли відмовити. Її нещодавно побили. Ми вислухаємо. Це допоможе зрозуміти, що відбувається у славному місті Ізмаїл. Але спершу передмова. Ізмаїл – місто в степу. Оазіс. Кожне дерево тут висаджено і полита потом трудівників. І мені бабушка розказувала, по 200-300 метрів із Дунаю носили відрами в руках воду, щоб виростити кожен саженець. Ця екосистема, цей екоазіс вирощений великим трудом, титанічним трудом, і ми повинні його зберегти. В Одесі теж є проблема з виробкою дерев, але тут в Ізмаїлі практично немає активістів, патріотів, які могли б прийти, перекрити вулиці, обуритися. І чиновники, відчуваючи себе безкарними, зовсім знахабніли. Це приклад, 7-ма школа. Це недавні фотографії. От, це як було і от як стало. Сотні тисяч деревів уничтожаються без суда і слідства. Спиливаются. Мы видим, приезжаем на место, что срезы хорошие, деревья зеленые. Но однако нам говорят, что они сухие и гнилые. То есть это преступление. Мы писали на имя мэра. Не предоставлено ни одного акта. Не написано ни на каком основании, никто, ничто, никуда идет эта древесина. Абсолютно ничего нет. Никаких ответов нет. Вот недавно, вчера буквально, я приехала по вызову в 7-ю школу. Там пилили красавцы, зеленые, красивые деревья. Вызвала полицию, вместо того, чтобы спросили документы у спильщиков. Собственно говоря, взяли меня в оборот, начали закручивать руки, разрывать в разные стороны. Более 6 полицейских, я одна женщина беззащитная. Вот. У меня была фотокамера, видеокамера, было абсолютно заснято все, весь процесс, как отказывались давать документы. Все это с меня сорвали на месте, закрутили мне руки, тут же на месте сели и под деревом удалили все эти записи, не вернули мне фото. Технику никакую. Вот. На сегодняшний день, сегодня я в медэкспертизу направляюсь, чтобы снять побои, чтобы снять синяки и ссадины. Это перешло все мыслимые и немыслимые пределы. Это настолько уже, я не знаю, это я бы уже назвала таким словом, как сатанизм. Бокс, ось тренер, він з небажанням говорить про труднощі турніру. Йому не зрозуміли зусилля тих, кто против спорта, против боксу? Нужны для молодежи, конечно, потому что, чтобы молодежь была на улице, лучше пускай будет в спортзалах, пускай будет чем-то занимается. Потому что спорт это привлекает, объединяет молодежь, они находят что-то общее. И, я думаю, здоровье в первую очередь нации для Украины. Было. Мешали, ну это другая тема. Были, мешали, приходили, запрещали. Вот такие нюансы. Проблема в том, что есть люди, которые не хотят этого. Есть люди, которые хотят. Вы думаете, почему спорт кому-то мешает? Спорт не мешает никому-то. Ну просто есть люди, которые просто хотят быть выше прежде чего-то, кого-то, чего-то. Но я думаю, что выше молодежи и выше детей никому не надо прыгать. Надо молодежь пускать вперед и все. А они своей политикой пускай разбираются, где хотят. Нас попереджали про те, що в Ізмаїлі народ заляканий місцевою владою. К сожалению, у нас в Ізмаїлі дуже сильно люди запугані, вони дуже сильно бояться. Вони обращаються, вони плачуть. Я-то думав, Україна вільна країна. Однак, хто приїхав на турнір з інших держав, більш прямолінійний.
Вони знають, що їх не будуть крутити ізмаїльські поліцейські. Хочу сказати одразу, що нездоровая обстановка йде на цьому турнірі. Дуже нездорова обстановка, що адміністрація вирішує свої шкурні питання, запрещає проводити соревнования. Це із рамок вон виходящее. Вони відбирають у дітей праздник, їх праздник. Вони відбирають мастерство у пацанов, которые приезжают в другие города, как говорится, все. Это некрасиво с их стороны. Свои вопросы они должны решать вне спорта. И я на сегодняшний день возмущен тем, что приходят сюда работники администрации и начинают нам гонять, вдалбливать в голову, что турнир будут проводить в декабре месяце этого года. Это смешно. Этот турнир постоянно проводится в августе месяце, уже в течение, может быть, 40 лет. Еще в советское время этот турнир проводился. И вот это вот из ряда вон выходящее вот поведение администрации, знаете, сказывается очень негативно на развитие бокса, как Ізмаїла, так и тех, которые приезжают сюда. Ну, поки учасникам вручають нагороди, медалі і дипломи, ми покажемо щасливі обличчя дітей. Вони цей момент будуть пам'ятати все життя. А ми зараз розповімо вам про тих, хто, власне, хотів цей турнір, це дитяче щастя, прикрити. Протягом багатьох років проводився цей турнір. Дав путівку в спорт багатьом хлопцям. Однак в минулому році почалися проблеми. А в цьому році турнір просто вирішили закрити місцеві держиморди. В этом году нас просто пытались закрыть силой. Вчера представители городской власти прибыли во время проведения турнира, не представились, зачитали какие-то непонятные листы и убежали. Меня вызвал мой помощник Шиляев Олег, я приехал, я их не застал, они мимо меня пробежали, но их действия классифицируются статьей 170 УК Украины. В связи с чем я вынужден был подать заявление в полицию. Ждем реагирования полиции, чтобы полиция дала правовую оценку действиям данных должностных лиц. То, что нам поступают угрозы всем членам оргкомитета, спортсмены постоянно испытывают давление, тренерам поступают открытые угрозы, что они лишатся залов, лишатся спортсменов, это постоянно. Но такого, чтобы прийти и совершать действия, предусмотренные уголовным кодексом, ну, я не ожидал, что они на такое решатся. Это прямое нарушение закона Украины. Это статья 170, включение в деятельность громадских або спортивных организаций. Почему они так делают? Здесь, конечно же, замешаны деньги. Поскольку клуб бокса «Дунаец» также управляет бассейном, городская власть пытается отобрать этот бассейн уже который год. Одним из условий договора при заключении 20 лет назад было проведение международного турнира с участием 100 человек. И любые попытки сорвать этот турнир, они дадут возможность затем в судах признать недействительным данный пункт договора и отобрать бассейн. Скажем, городские власти, которые обязаны предоставить нам помещение, пошли таким путем. Они назначили турнир с решением исполкома на 22 декабря. Само это решение уже является нарушением статьи 170. Это, опять же, включаем деятельность нашей организации. В письменном виде они нам рекомендовали перенести турнир на 22 декабря. От рекомендации мы отказались, поскольку у нас уже приглашены люди с других городов, с других стран. Естественно, за два дня до турнира мы поменять все это не можем. Отказать людям мы не можем. То есть нас сразу загоняли в такую ситуацию, что либо мы сейчас его не проведем, но мы его тем более не проведем 22 декабря, когда подводятся спортивные итоги года, ну и когда даже, вы знаете, по погодным условиям можно просто сюда не доехать. Турнір пытались сорвать, міжнародний турнір по боксу. Не знаю причини срыва турніру, но ми пытались проводить, то есть искали зали, везде отказывали. Просили у города предоставить спортивный комплекс, отказали. Обратились к людям, где есть спортивный комплекс, руководители. То же самое отказались, и все говорили одну и ту же причину, что на них наехали. Я спрашиваю, кто наехали? Представители власти. Конкретно фамилии не указывались, но не говорили, но было понятно, откуда идет, то есть откуда идут или идет информация в плане того, что это самое. Единственный человек, который пошел на встречу сам, он спортсмен, руководитель спортивного комплекса «Авангард», где мы смогли поставить ринг, установить и провести подготовку к данному международному турниру. Это уже 20-й юбилейный турнир. И опять мы столкнулись с проблемой, которая сталкивались до этого. Директору спортивного комплекса был звонок
непосредственно от городского головы, где говорилось о том, что мы запрещаем вам проведение данного турнира здесь. Ну, откажите им проведение данного турнира, иначе будут то-то, то-то, то-то. Ну и по результатам звонка мы уже видим, что у нашего спортивного комплекса «Авангард» у директора на второй день после заседания исполкома забрали территорию земли. Це ще нічого. Вон раніше бояри в яму з ведмедями кидали. В Ізмаїлі ж ведмедів немає. В яму з поліцейськими непокірних кинути можна. А вони, тобто ведмеді, розірвуть на шматки. Але ж чому ж Абрамченко сподобався басейн? Може там якась таємниця? Може закопано скарб? Скарб? А тіли? У будь-якому випадку дітей треба було розігнати по своїх країнах і містах. Вчера представители власти, то есть непосредственно отдел семьи, молодежи и спорта, директора детской спортивной школы, пришли официально, зачитали, что турнир не является как бы законом, что они на исполкоме приняли решение, будут проводить исполком этот турнир и так далее. Но на что ответили сразу им, они зачитали это публично, что турнир мы закрываем. На что ответил сразу им: ребята, вы хотя бы, если приходите на должность руководителей, то есть вы хотя бы имеете профильное образование, либо читайте закон, если не имеете профильное образование. Потому что система, друзья, знакомые, кум, сват, брат, вот такая политика. Закон об объединении граждан четко говорит, прописан 24 пункт, где государственные органы власти не имеют права вмешиваться в деятельность громадских организаций. Также громадские организации не имеют права вмешиваться в деятельность государственных органов власти. Государственные органы власти взаимодействуют с громадскими организациями на договорных отношениях. И если есть договорные отношения, то они как бы могут в долевом участии, оказывая какую-нибудь поддержку, предоставление, призами, подарками, быть как бы соорганизаторами данного мероприятия. Но сегодня власть сделала все для того, чтобы этого турнира не было. И как быть в этой ситуации, ну, я не понимаю, как можно сотрудничать с людьми, которые сегодня препятствуют развитию спорта в городе, и чтобы сегодня команды, которые приехали, эти спортсмены 6, 7, 8, 9, 10 лет, не могли принять участие. Ну, это смешно. Ни в одном городе такой ситуации не происходит, как это происходит в Ізмаїлі. А як же назвати всю цю псюрню? Яке б краще слово підібрати? Єва Ростовська пропонувала таке слово «сатаністи». Але треба сказати, що ці пани справно ходять до церкви, вони хрестяться, свічки запалюють, з агафангелом спілкуються, їх не корчить. Пини, пена з рота не б'є. Так що ні, ні, сатаністи. После мероприятия произойдут какие-то определенные наезды, по-другому нельзя назвать сегодня власть, это, ну, даже не знаю, как обозвать, но это люди, которые вместо того, чтобы оказывать содействие развитию, наоборот, препятствуют, чтобы это не произошло. Вот. Ну, слово только лезет бандиты, по-другому никак назвать. Сатанинские бандиты. Це не я вас, пан Абрамченко, з підручними так назвав. Це городяни. В конце 2015 года нашему господину мэру Абрамченко Андрею Вячеславовичу почему-то вдруг взбрело в голову прервать договор аренды на 10 лет раньше. И для этого мы идем, у нас суды в хозяйственном суде происходят по первой инстанции. Для этого он делает все возможные препятствия любому продвижению нашей организации. То есть основное препятствие может быть в данной ситуации, потому что по условиям договора это проведение международного турнира ежегодно. Вот, с определенными условиями. Мало того, в изменениях дополнения 2017 года к договору с фондом госимущества там была указана интересная вещь, что Измаильский клуб бокса обязан провести этот турнир, берет на себя определенные, там перечислены это какие на себя проблемы по турниру, по организации берет, а спорт, горспорткомитет обязан предоставить
спортзал, мало того, обеспечение проживанием и питанием и зарплатой иностранных тренеров и судей. Вы понимаете, в чем дело? И самое интересное, что на протяжении 20 лет этого не выполнялось. При бывшем мэре господине Борисенко выделялись залы, понимаете? А с господином Абрамченко происходит просто уникальная вещь. Сейчас это просто идет препятствие. В прошлом году они не пропустили турнир в положенные сроки, то бишь конец августа. А пропустили, они долго тянули, не подписывали положение, потому что мы должны предоставить положение о проведении турнира. Вот. Они тянули, дотянули аж до ноября месяца через скандал. Причем специально в такой период, когда по всей Украине шли чемпионаты Украины. И собрать участников, вы же понимаете, это гораздо сложно. Мало того, это зима, это холодно, это не совсем теплые гостиницы, а это дети. І ось сатанинські бандити з'явилися на турнір. Ех, тут би хлопцям не згубитися і провести баркота. Але не сталося. Они самовольно подошли к судейскому столику главному, не взяли микрофона, не стали нести просто, простите, ахинею о том, что якобы какая-то подпись отозвана. Стоят дети, стоят иностранные, это самое, идет в ринге, стоят рефери, ждут боя, то есть был прерван бой, вы понимаете, не просто закончился бой, а закончился первый раунд, прозвучал гонки, вот началась вот эта катавасия. Ошалевшие люди, вот в течение 100 человек стоят и слушают какую-то ахинею. Вот. Мне пришлось после ее выступления просто дослушать этот бред, взять микрофон и сказать: ребята, продолжаем бои, продолжаем работу. Це звичайна ганьба. Вийти перед боксерами з різних країн і сказати їм: все, розходьтеся. Невже таке позорище терпить наша країна через те, що ви, Абрамченко, поклали око? Цей басейн. В Ізмаїлі кажуть, що у родичів кого-то з влади вже є басейн. І ціна за відвідування його значно вища, ніж у цього басейна. Раз так, значить, конкурент знижує ціни. І треба його прибрати. Є ще пояснення. На місці басейну хочуть щось побудувати. У будь-якому варіанті це пана Бранченка огидно. Гнати дітей через ваші дрібні метушливі вигоди. Втім, до вас звертатися – це як горохом об стіну. З такими, як ви, треба по-іншому. Над вами ж є хтось. І далеко не всі ваші друзі. Я звертаюся до ворогів Абрамченка. Може, хтось хоче його підсидіти, нагнати. Розкажіть президенту ситуацію з боксом в Ізмаїлі, з дитячим спортом, з побуттям активістів. У програмі «Резонанс» виходило достукатись навіть до Януковича. Навіть у Пшонки був я на прийомі. А історія гонінь на дітей спортсменів займе своє місце в історії Ізмаїла. Так і буде записано в книзі. А ось це мер, який гнав дітей. А на цьому все. Зустрінемося на наступному тижні.